Здравствуйте, дорогие телезрители и, конечно же, подписчики на канале YouTube «Голова Садовая». Сегодняшняя тема – картофель. Мы сейчас будем делать работу над ошибками, то есть поговорим о Тулеевском, потому что масса вопросов мне непонятных, если честно. А потом вообще про обработку и предпосадочная подготовка. Когда вы звоните на горячую линию и спрашиваете меня, вот уже о том, о чем я 100 раз рассказала, я понимаю, что я неправильно рассказала. Это я виновата. Вы поймите, что, значит, я объясняю не так, раз непонятно. И я хочу исправить свои ошибки. Значит, посадка картофеля, вообще картофель в Сибири, это действительно наш второй хлеб. И мы не в бирюльки играем на наших дачных участках, а именно выращиваем себе еду на целую зиму, на целую семью. И чтобы все получилось, чтобы ничего не гнило, никто не заболел, никто не передал с ботвы картофелю всяких там фито, и невозможно выговорить уже сколько заболеваний у картофеля, надо, конечно, соблюдать условия вот этого растения, а не то, что вы себе забили в голову. Ой, мы всю жизнь так сажали. Нет, мои девочки и мальчики, всю жизнь вы так не сажали. Вы придумываете такое, чего быть не может. Вот давайте начнем с тулеевского картофеля. Я буду говорить, что надо делать, а вы, пожалуйста, запоминайте. Вот у меня на тарелочке, значит, ну, чтобы было видно очень хорошо, положила 3 картофелины. Начнем с того, насколько он урожаен. Посмотрите, сколько глазков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и те, которые спят здесь. То есть более 20 ростков она выбросит, а каждый росток, это же самостоятельный кустик, он же не в одну палочку выйдет, он же, выйдя из картофеля, это мама, которая его будет кормить, он разовьет целый кустик. Вот, кстати сказать, ботва очень короткая, очень удобен в обработке, очень вкусен, достаточное количество 17-19% крахмала, с его одной лунки, ну, как бы минимальное количество урожая от 20 до 30 картофелин по 170 и 250 грамм, а может быть и больше, он даст примерно, если взвесить этот картофель, примерно 7 килограмм. Это примерно эмалированное ведро. То есть он очень урожайный. Этот картофель, конечно, уже не элита. Это первая репродукция. То есть из элиты полученный картофель, готовый к употреблению. Но это прекрасный посадочный материал, который мы, когда отрастут, у него все глазки и появятся росточки уже как бы очень обозримые такие, мы будем понимать, как его перед посадкой за сутки или за полчаса до посадки разрезать и чем его обработать. Давайте начнем сначала. Вытащили картофель из подвала. Значит, достав его из подвала, вы по своей старинной привычке понесете его, естественно, либо в холодный гараж, либо поставите на солнце. Нет! Тулеевская этого не потерпит. Пожалуйста, отправьте его. Можно на балкон. Да, чтобы было прохладно, не жарко. Но, пожалуйста, на рассеянный свет, а не на прямые солнечные лучи. Весь остальной картофель на солнце на 5-7 суток. Тулеевский на 5-7 суток, но рассеянный свет. То есть поставьте вниз, вот к стеночке своего балкона, для того, чтобы на него падал только свет, а не солнце. Учитывая, что тулеевский картофель не переносит искусственных химических удобрений, поэтому вы можете, конечно, опрыскивать его, ну, например, гуматом калия. Да, там гумат – это вытяжка из навозов, перегноев всевозможных. То есть это все естественное. Калия добавлено, ну, мама дорогая, совсем немножко. Обработав, то есть опрыскав его из пульверизатора, оно должно быть у вас в ящичках, так, чтобы со всех сторон свет падал, не солнце, свет. Для того, чтобы свет падал, и для того, чтобы процесс яровизации, обработка солнечными лучами до легкого позеленения, это как бы нормально. Но ему, его готовим к посадке. То есть он должен получить те вещества, которые сподвигнут его дать нам хороший урожай. Все обработали, теперь убираем. Закрываем его и убираем в прохладное темное место.
Ну, можете не только закрыть там какой-нибудь фуфайчонкой или там шубкой старой, можете прям поставить свои ящички в коробку, закрыть ее, а сверху накройте, чтобы доступа света не было. Почему это надо делать? Значит, что происходит от солнечного света? Очень хочу, чтобы вы поняли и сделали правильно. Посмотрите, уже проснулись ростки у картофеля, уже как бы они такие хорошенькие. Пока он будет лежать 5-7 дней на рассеянном свету, они позеленеют, и в них появится вещество, которое их будет защищать от болезней. Это хлорофилл, он зеленого цвета. Если вы не закроете его, не уберете в темное место, тогда в нем появится за неделю еще одно зеленое вещество – соланин, который совершенно картофелю не нужно. Абсолютно. Знаете, крысы и мыши все равно грызут, и зеленые, и не зеленые. Они выбирают самое лучшее. Значит, а если вы после второй недели лежания уже в закрытом, да, где-то месте, в темном и прохладном, ростки, конечно, будут толстыми, крепкими, но не высокими. Но если вы оставите на свету на третью неделю, появится третье зеленое вещество, которое сконцентрируется вот на кончиках росточков. Вот росточек у вас, вот кончик росточка. И вот здесь соберется такое вещество, знаете, ну, индолин назовем его так, индол. Соберется, и знаете, что будет делать? Препятствовать ростку пробиться через землю, пока полностью не распадется. А для того, чтобы распалось это вещество, которое на кончике соберется на третью неделю лежания на рассеянном свету, или даже у вас в гараже, где есть какое-то окошко, поверьте мне, что для того, чтобы оно распалось, нужно 14 суток. И ваша картошка и прогретая, и посаженная правильно, и обработанная там тем, чем положено, у соседки взойдет из подвала, а у вас нет. Пока не распадется, 2 недели, только тогда она выползет на свет Божий. Вот не делайте так. То есть мы держали 1 неделю на рассеянном свету, 2 недели в темноте, ну, в прохладе, не надо холодно, пусть прохлада просто будет. Ростки хорошие, вещества этого нет, все прекрасно, и картофель готов к посадке. А поскольку на этом сорте картофеля антулейском очень большое количество глазков, они готовы все проснуться, они даже в этой части уже проснулись, то, конечно, это непозволительная роскошь посадить картофель в целом виде. Хорошая первая репродукция, хороший посадочный материал. И мы, конечно же, берем нож и внимательно, чтобы не разрезать глазки, не поранить их, вот ориентируясь на эту макушку, мы должны разрезать так, чтобы у нас на деленке было 2-3 ростка. 2-3 достаточно. Вот если они все подрастут и проснутся, мы можем разрезать и таким образом. Вот здесь глазки. И еще раз можем подрезать вот так вот. И у нас будет такая деленочка. И здесь будет несколько, тут не 3, а гораздо больше. На этой деленке будет здесь 2 и здесь 2. 4 глазка. И здесь 2 глазка выйдет. Вот здесь выйдет. То есть, в принципе, даже такую картошку. Но тогда за полчаса до посадки, чтобы просушить ее, чтобы проволочник, имеющийся в почве, с радостью не кинулся на запах этого картофельного сока, что он с успехом всегда и делает. Поэтому полчаса посушить и обработать. Ну, если вы не хотите, чтобы у вас от вашего усердия внесенный перегной, которого вот так вот, да, еще и зола одновременно в лунку, чтобы не было на картошке парши, а ее 4 вида. И есть страшные виды парши, когда картофель просто не почистить даже, там вот такие будут друг на друге наросты. Вот тогда обработайте перед посадкой препаратом Максим, ампула 2 мл на 5 литров воды, опрыскайте, не надо купать картошку, не надо ничего ломать, все росточки на месте, все в ящичках, все доступно. Опрыскайте 2 часа, на одной стороне сушите, ну час как минимум, 2 часа, час как минимум, на другой стороне аккуратно перевернув и отправьте все это на посадку. Скороспелую картошку не обрабатывать. Помните, скороспелое нет, нельзя, потому что вы ее будете есть, а 84 дня будет работать этот препарат, не подпуская, в принципе, очень много болезней на картофель. И вы получите гладкий, чистый, ровный, очень урожайный и хороший картофель. И осень будет вам в радость. Я хочу сказать, что вот здесь еще лежит градусник.
Обыкновенный градусник, спиртовый. Ну, здесь такая штучка есть, которую можно прилепить куда угодно, на стекло, например. Но я его, значит, купила вовсе даже не для того, чтобы температуру воздуха измерять. Этот градусник, которым я измеряю температуру почвы. Когда я говорю, что, значит, температура почвы для посадки картофеля, а вы задаете вопросы простые, а когда картофель сажать? Я могу сказать, когда по лунному календарю, но я не знаю. В этот день какая температура почвы? Насколько она готова к посадке картофеля? Значит, температура почвы для картофеля, для посадки, должна быть от 10 почвы, от 10 градусов плюс до 18, максимум 20 градусов. В противном случае ей будет холодно, если ниже 10, и ей будет жарко, если больше 20. Картофель, к сожалению, в теплой почве, как и в холодной, не выпускает активную корневую систему. Понимаете? Он, как и лук, себя ведет точно так же. Лук надо сажать при плюс 6 до плюс также, ну, 15-18 максимум. Иначе корневой системы не будет. А мы все, когда тепло будет, тогда и посадим. Нет, мои дорогие, посадим тогда, как ей положено. Спрашивают, как узнать температуру почвы? Ну, купите вот такой градусник. Ну, стоит копейки, ну, рублей 50 я за него отдала. Он у вас навечно, потому что температуру мерить надо везде. И в теплице посмотреть, не жарко ли. И вот еще бы влагометр купить, потому что для теплицы это тоже важно. Ну, в общем, я надеюсь, что вы меня слышите, видите и понимаете, о чем сейчас идет речь. Это гарантия нашей зимней жизни, причем очень вкусной. Ну, на этом я закончу. Всего доброго вам, до свидания. Про остальную картошку еще будут программы во время посадки.